Человек и кошка плачут у окошка, серый дождик каплет прямо на стекло. Так, а что это у нас происходит тут такое? Кто на кого залез? Я ему понять. Бастит на он же Гогу? А, ну похоже, да. Залез на шею, мечта. Еще и хвост свесил. Осуществимо. Хвост свесил. На шею и лапы свесил. Да. И хвост. Не просто две лапы, а четыре свесил. Все, сидит теперь. Так, домой пойдешь? Живым воротником? Все уточки, вот новая мода для вас. Теперь уже не с собачками ходят маленькими, а мажоры теперь ходят с большими котами на шее. Видите, примерно.